Александр, поделитесь своими впечатлениями, как сложился бег, что довольны результатом, вообще как? Вы знаете, в целом все хорошо. Может быть, слегка задержался со старта, ну и раскрылся рановато. Вот, я думаю, результат слабой секунды. Ветерок сегодня все-таки встречный очень хороший был. Но сам бег-то вам понравился ваш? Трудно сказать. Очень жарко, поэтому, не знаю, анализировать буду позже вместе с тренером. В эстафете вы сегодня бежите? Да, обязательно. Желаем вам удачи, надеемся у вас увидеть победу сегодня. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.